Здрасте. Сидим с Анютой. Не знаем, чем заняться. Но Анюта знает, картошку сделала. Замариновала, выложила на противень. Ждем духовку. Будет закидывать. Что-то мутит, делает. Типа картошку по-деревенски. И что-то еще будешь делать, не знаешь ты. В игру играть будет. Разговаривать со мной не хочет. Подлив, говорю. Что, глухие, что ли, а? Громкость прибавьте, да? Так ты начинаешь. А что я начинаю? Ну и все. Картошечку сейчас вам закежу. Закежу, смотрите. Опа, она. Выглядит вообще бомбочка просто. Ракета-бомба, петарда. Что-то там еще дальше. Вот так вот. Короче, делать нечего, я все снимаю, хожу, что-то разговариваю. Вообще вот так вот. На улице шляпа полная. Просто шляпа. Вон снег пролетает опять. Опять в натуре вон снег летит, а нет. Зима. Ветер дует. Но в натуре погода как осень. Я не думаю, что завтра лучше будет. Я тоже не думаю, что лучше будет. А снег в натуре вон хлещет. На камеру вы этого не увидите. Скажете, почему этот сухой? Потому что он только пошел. Он вон идет, перекращается, идет, прекращается. Как-то это странно. Но он идет. Видно. Ну и короче, будет картошка в духовке и подлив какой-то там. Супер, мега какой-то подлив. Так что все. Я буду потихоньку что-нибудь ходить, снимать, разговаривать. Анютка просто в свой рояль матч играет. Вы давайте вступайте там. Как у нас ник? Ника 86? Угу. Или 086? Ника 86. Ника по-английски 86. Кто в рояль матч играет, заходите. Жизни там давать, не жизни, то все. В чате можете написать здравствуйте. Анюта может вам ответить, здравствуйте. Я там типа модератор. Или как он, помощник администратора. Ну и все. Ну это редко, но все равно появляюсь. Вот так вот. Пишите, заходите туда в рояль матч. Вот так вот. У нас просвета солнечного вообще не видать. Вот смотрите. Вот так вот, короче, хоть поговорить с вами. Ну и плохо, что я могу отчитать вас вот так вот. По сраке надавать. 10 лайков не поставили. Как вот с Анютой снимать теле видео? Не поставили 10 лайков. Даже не посмотрели. Вот так вот. Не хотите, значит, да, чтобы мы вместе снимали? Вообще смотреть, в принципе, не хотите, мне кажется. Мне кажется, просто большинство народу до этого момента даже и не досмотрело. А если смотрело, то перематывало. Плохие. По жопе вас. Угол надо вас поставить. Да ладно. Ни хрена страшного. Все, ставим картошку, идем курить. Ничего особенного, короче. Все. Сегодня торты такие сделали. Вай. Торты. Вай. Попробовать бы, да, Анютка не разрешает. Да ладно, она мне говорит, может попробуем. Я говорю, может пусть он пропитается. А там крем уже... Блядь, ты говоришь! Я говорю, крем уже подстыл. Ну, причем не просто не понять! Ну ладно, попробуем. Ну хочешь, давай попробуем. Не хочу уже. Не хочет уже. Нет. Пойду сам попробую. Площадка. Ладно. Я только что булгур доел. Булгурский плов. Короче, хорошая каша. Или кто там, пшено это. Но суть в том, что когда ты его ешь, или может у меня просто от этого привкус, как он? Сладкислый вот этот. Кто это? Ну вот это, ягода. От барбариса. Вот поем, и вот этот привкус, он никуда не покидает вот этот. Вот я не понимаю, что это, или булгур, или барбарис. А мне нравится он.
Да? Так я не говорю, что плохо. Не, вкусно, мне нравится с пловом. Нормально получилось. Я сейчас везде его буду добавлять. Везде буду сейчас барбарис добавлять, пока он не кончится. Да. Так что все, короче, ладно. Давайте, смотрите дальше. Не переключайтесь. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы все звенело, все звенело, все звенело. Сейчас будем делать картошку. Покажем, что будет в исходном положении. И вон, смотрите, вроде выходной день, да? Что бы еще делать людям? Куда-нибудь ездить, то есть все дома сидят, вообще поголовно. Стоянки забитые, все дома сидят. Никто никуда в такую погоду или даже собаку не выгонишь. Все дома сидят. Все. Только наши дети гуляют. А наши гуляют, да, дети пошли. В нормальную, главное, погоду не гуляют. Да, в жару, главное, дома сидят у нас. А в холод мы пойдем уши поморозим. Я сегодня почему-то подумала, какие-то они... Странные. Но Алису, ладно, я выгнал сейчас. Говорю, хоть бы пошла погуляла, проветрила. Но София, если бы не позвала, фиг бы она бы что. Ну да, она бы не пошла. Она сразу дала ездить. А вот наши торты. Один такой. И второй. Второй аж трескается. Как будто ему не хватает чего-то. Киви засыхает уже. Порезал моей сладенькое мясо. Замороженное, прям деревянное. Еле разрезал. Ну ладно, ничего, справился. Все, мясо ей порезал. Картошка в духовке, мясо здесь, сейчас она будет делать свою подливку, приедут к нам сейчас гости. В WhatsApp мать звонит. Приехали к нам в гости. Еще не приехали. Ну, приедут сейчас к нам в гости, ну и все, будем что, сидеть. Что интересно, Анюта вчера, купи огурцов, пошел я, купил огурцы, и что, мы их так и не посадили. Для чего? В принципе, и правильно, что не посадили. Куда садить-то? На улице минус. Все, дома у нас. Вся рассада. Солнышко вылазит. Но это все шляпа. Не солнце. Ну так. Короче, хочу, да. Хожу по дому, слоняюсь, не знаю, чем заняться, что делать, вообще не знаю. Делать вообще, ну, ничего. Вообще. И на улицу идти не варик, потому что прохладно, холодно. Не то, что прохладно, холодно даже, можно сказать так. И ездить, кататься тоже не варик, потому что негде. И вообще делать нехер. Так что не знаю. Будем посмотреть, что. Все, Анютка уже поставила мясо. Слышали, да? Только что вроде нагрел. Фу, как мерзко пахнет. Ну реально что-то это мерзко пахнет. Какая-то приправа как будто горит, знаешь так? А это я эту, не ту приправу закинула. Приправа таким. Специфическим запахом, короче, воняет. Это я не эту, не итальянскую. Как будто шалу жгут, короче. Ну, прям пережаривают ее прям. Кого? Шалу. Что это? Шалунья. Шалунишко. Короче, закинула мясо. Там все свободно. Свободная касса. Приходите, это, короче, закинула мясо. Я не буду уже ничего показывать, я ничего не хочу показывать. Да и влог не о готовке. Торты сделали и хватит. Торты. Торты. Да. У меня депресняк, но я не знаю, что мне делать. Такое эхо тут. Кушайте. Ты слышишь? Придумаешь, мы сейчас соседи подумают, что, блядь, совсем уже долбанулся. Вызывай скорую, да? Да. Ну и короче, не знаю, что делать. Приехать автомат. Давайте, ребятки, смотрите. Я вам показываю еще раз.
Яндекс.Дзен. Закрыть. Мой канал. Вот, Роман Иванов. Вышло видео. Вышло еще. Все выходит. Да, вот давайте. А что у меня за подписка? Я на кого-то подписан? Давайте посмотрим. Угу. Я не могу посмотреть. А на кого я подписан? Сам на себя еще скажите. Короче, давайте сюда. У меня вот этот такой внезапный смех. Подписываемся, ребят. Подписываемся обязательно. Котик. Котика видели? Котик какой. Вообще бы. Как она танцует. Жалко, что она не разрешает себя показывать. Так бы показал бы он сейчас, как она пляшет. Она вот так вот ракета бомба питает. Да. Бешеная гадюка. У нас, короче, крыша уже едет от дома. Да и вообще от всего. Давайте, ребятки. Короче, зовите, достала нас семейная жизнь, расходимся к часам. Зовите в гости, покупайте билетики, приедем к вам в гости, хоть потухнем. Что делать-то? Давайте только быстрее успевайте до 11-го быстрее. До 11-го в школу. И вот мы сегодня целый день. На кухне, на балкон. На кухне, на балкон. На кухне, на балкон. Туда-сюда вот так ходим. В комнате чуть поваляемся. Так, на кухне, на балкон. Целый день аж крыша едет. Реально. Безделье это называется. Безделье. Вот так. Погодка теплая была, вообще ништяк был бы. Хоть можно хоть что-нибудь поделать. Выйти. Не выйти. Так что как-то вот так вот. Упсильдоний. Ну и ничего. Скоро это все пройдет. С ума сходим, короче. Ржем. Да и все. Что вот так вот. Ветрище вон, ух. Сквозной такой нормальный ветер. До костей аж продувает. Вот такие пирожки. Подливка какая? Ну, еще не вся. Тут даже не подливка, совершенно. А, не будет подливки? Не будет подливки. И сельдереюшка. Не будет подливки. Мясо с овощами. Опять что-то выдумывает. Вот эта приправа, которая в картошке, странно внутри. Он такой запах выдает. Это французская, она прям горит. Она горит. Она нет, прям пахнет так, но... Ну, я говорю, как будто шалушку. Вот так вот. Так что вот так вот, ребятульки. Короче, все нормально. Есть готово. Все готово. Можно приступать есть. Скоро. Картошка должна, думаю, что она так сделает, до золотистого дойти. И тогда можно хавать смело. Вот так вот. Это так вот. Вкусно? А сейчас сельдерея она закинула, и сельдерея везде так пахнет вообще прям. Давайте я вам приправку покажу нашу. И все как. Вот оно как выглядит. Ой, не приправку, а мясо. Мясо с овощами. Ничего сложного нету в этом. Все, пупсики. Ждали гостей, гости не приедут. Переобулись и уезжают. Мы сейчас поедим и пойдем прогуляемся. Смотрите. Вы просто посмотрите, это какое божество Анютка приготовила. Вай-вай-вай-вай-вай. Смотрите, если увидите на майонезе глаза, нос, рот. Вглядитесь, как накапала природа. Ну, Анюта. Анюта – это природа. Под названием по китайскому гороскопу.
И вот, смотрите, что сделала. Ну, не специально, реально просто накапала вот так мазика, и вот что получилось. Прикольно, да? Все, пришло время и до торта. Будем смотреть. Что, покажешь просто серединку? Ну, наверное, да. Вот она, серединка такая. И подсвечу его. Вай. Все, поели торт. Попозже другой будет. Единственное, можно, да, все. Попозже другой мы съедим. Поели торт. Божественный торт. Картошка с вот, как он, с мясом и овощами. Это просто божественная тема. Просто вкусно было. И тортик. Единственное, что не хватает, это, ну, он толком не пропитался. Чуть-чуть побольше крема, а так вообще просто. Пальчики оближешь. Все просто вкусно. Говорю вам, никого не выгонишь на улицу, да? Даже собаку. А мы решили прогуляться. Не знаю, что бы и нет. Что бы и не пройтись. В принципе, если бы ветра не было, не так уж и холодно. Нормально на улице. Ветер просто лютый. Да, остальное такси. Пустяки. И все. Как можно ходить, гулять и гулять. Как бы. Наших нет вон. Ходящих. Алло. Давай. Зачем? А, давай. Рано мы ушли. Нам, короче, надо до Озона дойти. Так что нам туда надо перейти. А я с Софой уже топчу тут. А нам на Озон, видать, надо. Сейчас там встретимся, значит. Вот так вот. Так что пойдемте тоже чутка прогуляемся. Чего бы и нет. В Озоне что-то приходит ей все время. Вообще. Прям она не может без него. Не, я пошутил, что сносно. Ни хера не сносно. Когда дует ветер, аж руки коченеют в талово. Вон ветрище какое, если вам слышно. По-любому слышно. Даже шумка не спасает по любасу. Так что все, валим. Здесь должны вам встретиться. Вон там. И все. Ждем Анюту. Пошла на Озон. Восстановление документов. На улице 1,2 градуса. Пишет. Ноги подними. 1,3 он уже. Ноги подними. Ждем, ходим. Дубак конкретно. Сейчас домой пойдем. Смотрите. Березовый сок и сосульки. Сок капал. И сосульки образовались. Вот это да. Неплохо так. Я первый раз такое вижу. За все свои 38. Все, идем дальше. Девчата побежали в магазин. Мы, как обычно, остались на улице мертвы. А что, нет? Снежок проваливает. Такой небольшой. Сейчас Софа рулит. На грязь в натуре. Просто мусора немерено. А, смотрите. Еще псы вон какие там. Здоровые. Вон еще спереди рыжий. Вот цветочки зацветают. Зацветают, тут же вянут. Все, мы дома.
это платьишко сейчас будет мерить. Посмотрим, какая она. Потом покажу волосы, которые они все будут делать. И игрушки. Угу. Платье как... Какие там года-то? Почему тебе такие нравятся, я не понимаю. А вот волосня. Новые волосики у него будут. Вот такие. Белых. Что это? Трое штук. Это все на твою голову? Угу. На пол головы. У него.